Здоров только. Я понял. Так, ну, битва. Так, ребят, следующий, кто будет играть, это будет пара, да, Чубарев Артем и Александр Гави. Ребят, вы можете разминаться, если хотите, на сеге. Ну что, будет битва, будет мясо? Да. Потные тела в экстазе. Сейчас посмотрим, у нас Скорпион против Сарекса. Скорпион очень четкий герой. Так, нам пошла уже битва. Уже будет. Что будет? Сам пошел уже захват у Сарекса. Первая пицца нереально. О, и дальше. Смотри, и сетку попадает. Иди сюда, мой сладкий. Какое начало. Ну. А таташечки, полетаем. Вот так вот. 4 захвата и беда. Нужно сейчас раздупляться Скорпиону, хотя бы зацепиться. И опять его цепляет, сейчас захват будет. Ну просто в блоке лучше не стоять, потому что побегает. Ой, что это было? Нежданчик, летающий Скорпион. Ну что, нет, ну Сарекса жесткий удар. Комбо будет? Да. Да, конечно, это беда. Ну тут просто, по-моему, Скорпион. Ну, пошло, давай, начнет. XZ, что не хватает? Что-то тупит. Джойстиков не хватает, да. Ну что, ребят, ну да, по кнопке сейчас, кстати, поменяем там джойстик. Что, у нас опять Сарекс на Скорпиона? После битвы. Все-таки решил отыграться. А почему код никто не ставит? Поставили. А ты знаешь какой-нибудь код? А, вот я много знаю. Там для бабалити есть разные. Вот это Extended Fatality. Хорош. Скорпион начал. Ну, кстати, я заметил, тактика Скорпиона. Поймал. Очень много апперкотов будет делать, стараться вот тычками. Замочить, ну смотрим. Ну он смотри, он даже без змейки пытается играть, то есть исключительно перелеты, ой. Да, перелеты, захват, иди сюда. Ну. Пытался еще один сделать. Я бы нападал. Ну еще сейчас один моментальный, а нет. Моменталочка не получилось. Так, оп, захват. Еще один. Хп. Ну, кто там? Захват. Сайрекс. Говорю, одни захваты и беда. Отбиться нереально. Ну блок, да, не да. Блок не катит в Mortal Kombat, потому что есть захват. Да. Подсечка еще. И подсечка в нижний блок не попадать. Ну тут Сарекс просто, смотри, нон-стоп давление, бежит, зажимает в угол, сетка вниз икс и убивать. Вот и обожает, ну, типа. Я уже научился, кстати. Да? Да. Ты сейчас покажешь. И одной кнопки опять не хватило. Надо делать какое-что-нибудь другое. Фаталити. А фаталити у Сарекса я что-то не помню. Он Брюс точно знает. Будет ли смена героя? Это же 2-0 уже, да? Да, 2-0, тут пока Сарекс шикарно. Давайте Джейд. Или 1-0. 2-0 уже. Сарекс, 2 победы. Третья, может быть, последняя. Нет, в смысле, 2 победы было внутри раунда или... Нет, 2 победы два вообще, 2 битвы выиграл. Все. Очень быстро, потому что Сарекс не прощает. Ну, по-моему, нужно собраться. Всего в одном матче от вылета с турнира сейчас. И... Оп, Сарекс. Ну смотри, как-то он не так агрессивно начал играть. Нет, это мне показалось. Сейчас опять полетит. Подсечка. Есть блок. Первая попытка. Сейчас сетка. Там тоже сетка довольно... будет. Сейчас поймает сетку. Ну должен поймать ее, смотри. И перелететь теперь можно. Вот Скорпион агрессивнее. Это единственный выход. Ну, можно выиграть раунд. А так, лети, кто? Сетка. О, так жестко. Ушел от удара. И есть же победа. Может, если хочет. Да. Ну, мы не видели захватов от Сарекса в этом раунде. А, не давал. Пошел бой, там уже тычки пошли. Верните нам, пожалуйста. Ай-яй-яй-яй, не видим. Вы отвернули. Есть уже нижняя прыгать. И Сарекс уже на полбашни-то просел. А, хорош! Перелет. Да, перелет, видишь, решение. Перелет решать, смотри, пошел в атаку. Ну! Оу. Очень много хп, есть же первый раунд. Ты ну! Да, 2-1. 2-1 и собрался. Бей желтых роботов. Опа-на. Найтвулф на этот раз. Да, решил по-другому. Тоже довольно много людей играет им. Жестокий герой. А мне нравится Джей. Знаешь, вот Ермак герой не доделал. Да, Ермак это вообще не герой. И вот Найтвулф, если честно, мне тоже никогда не нравился. Но удары мощные. Удары. Да, у него просто руки сильные. Руки сильные. И ноги сильные. И топор есть. Он пофиг, кем он играет сверхагрессивно. Смотри, побежал, летит, захватывает. Он уже убил уже все. Когда это произошло? Как-то 84 за 15 секунд раунд порешал. Очень мощно бьет. Очень мощно бьет. Вот смотри, захват. Нормально. Опять попытка была. Нога. Уже почти полжизни нет. И теперь полететь можно еще.
Лететь нужно... Ой! Не добежал. Захват, как работает жестко захват. Ух, хопки! Ну нормально, да. Ну, чуть-чуть буквально осталось, чтобы сравнять ситуацию. У нас же матчбол все-таки. И нет. Что ж, первого матчбола не прошло. Не прошло. А ну что дальше? Я уже чуть не крикнул, роботы эти. Ладно, поехали. Подсечка. Это... Ну нужно сейчас как-то быстренько раз... Нет, ну тут... Хорошо, поймал. Подкосить, захватить. Нет. Змейку вообще не юзает, но в принципе тяжело ее юзать. Атакует, атакует. Ой, сожал! Это победа. Это победа, так. Баба Игрок что там пытается что-то сделать? Ту-ту-ту, ну, включите там! Да. Инопланетяне. Снова эта комбинация. Покажите нам нормальное фаталити, а? Так кто-то кому-то голову отрывает или что-то типа того. Руки, ноги там. Нет, руки, ноги, голову. А, да-да.